Дорогие братья и сестры, с Рождеством Христовым вас сердечно поздравляем и с наступившим Новым Годом. Сегодняшний праздник, он знаменателен для каждого из нас. Знаменателен в том плане, что каждый из нас ждет определенного чуда, радости, благословения с небес. И величайшее чудо, что совершилось Рождество Христово, после того чуда, что был сотворен человек из ничего, из праха земного. И третье величайшее чудо – воскресение Христова. Очень важно каждому из нас осознать этот момент промысла Божьего в нашей жизни. Рождество Христова – это сила Божия, которая явилась здесь на земле в образе Сына Божьим, Иисусе Христе. И это непонятная величайшая радость для каждого из нас. И до конца, до глубины мы никогда не сможем осознать до тех пор, пока воочию своими духовными глазами не увидим нашего Творца и Создателя и Спасителя. Вот тогда в полный мир откроется нам эта величайшая тайна. А пока сейчас здесь мы с вами питаемся лишь вершками этой неизреченной божественной радости. Господь смирил себя до такой степени, что принял на себя нашу человеческую немощную плоть, греховную плоть. И тоже нам этого не осознать, потому что смирившись до такой степени и уподобившись нам во всем, кроме греха, это очень сложно осознать и понять. Но однако же эту милость Божию мы с вами можем чувствовать, видеть и принимать по нашему желанию, когда человек этого желает. В эти рождественские дни, дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы сердце, душа наша было охвачено любовью, подобно той любви, которую Бог нам явил в своем Рождестве и в своей проповеди, и в своей любви здесь, будучи на земле. Та любовь, которая подобна любви Христовой, она может явиться к нашим родителям, которые уже состарившись, сидят дома одни, порой забытые своими детьми. Она может явиться в любви к своим мужьям и женам, к своим детям, которые так нуждаются порой в ласке и заботе родителей. Она может явиться в помощи, во внимании, в добром слове каждому из нас. И Господь говорит, если вы сделаете одно доброе дело одному из меньших братьев моих, то сделайте и мне. Если посмотреть на нашу жизнь, сколько мы можем с вами творить добра. И вместе с тем, даже не задумываясь об этом, окунаться в ту любовь Христову, которой нас призывает Господь. Дорогие братья и сестры, очень и приятно, и радостно, и отрадно в сегодняшний день вас поздравлять. Но с другой стороны и сложно, потому что, произнося поздравления, берешь на себя ответственность за те слова, которые вы слышите. И очень хотелось бы, чтобы мы с вами не были двуличны, а чтобы по своим немощам старались нести крест Господень. Крест Господень нести очень сложно, очень тяжело. Очень тяжело любить, очень тяжело прощать, очень тяжело помогать. Намного проще и легче ненавидеть, мстить, зло за зло отдавать и так далее. Это намного проще, нежели любить. И сегодняшний день Рождества Христова, он призывает каждого из нас, чтобы мы с вами явили вот эту человеческую любовь, а вместе с тем явили и божественную любовь, потому что родился Бог-человек, родился Бог и родился человек. Дорогие наши молодые люди, в сегодняшний день я хочу обратиться особо к вам. Мы сами видим, что любовь в нашей жизни потихонечку истощается. Нет той любви, которая давала бы жизнь, радость, утверждение нашей жизни. Потихонечку мы с вами скудеем. И те качества любви, которые нам оставлены в Евангелии и Христом Спасителем, они заменяются на более грубые и искаженные, что порой даже и стыдно и думать, и произносить. Вы в своей жизни будете утверждать будущее, строить, освящать, молиться, Бога славить, Богу служить. И зависит от того, какой любовью вы будете освящать свою жизнь.
Это очень и очень важно. И хотелось бы, чтобы те качества, которые нам даны от наших родителей, которые нам дарят и вкладывают наши воспитатели, учителя и взрослые, для нас были не святы. Те, кто не отступился от этой любви, он никогда не пожалел. Тот, кто отступился, он всегда жалеет. Дорогие наши молодые люди, наши дети, желаю вам, чтобы с Божьей помощью вы могли созидать в своей жизни те качества добра, любви, терпения, смирения, за которые вам никогда не будет стыдно. Сами видим, как в нынешнее время, как мы с вами живем, что говорим, к чему стремимся, что ценим, и порой за это становится стыдно и страшно. Поэтому дай Бог всем, чтобы Господь всех нас укрепил, вразумил, дал силу, дал радость, дал разумение распознавать, где добро, где зло, где белое, где черное. И чтобы в эти рождественские дни Господь нам дал желание быть любимыми и любить. Мы часто это себе не можем позволить, чтобы кого-то любить и чтобы кто-то нас любил. Нам порой сложно кому-то довериться. А ведь это самое главное в нашей жизни, чтобы муж мог доверить своей жене, чтобы она любила в полную меру, чтобы жену любил муж в полную меру, чтобы вместе любили своих деток, они были не лишенные внимания и ласки, чтобы родители наши тоже не остались без внимания и любви. Казалось бы, все так сложно, а с другой стороны, все так просто. Господь и говорит: научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. С Рождеством Христовым всех вас поздравляю. Божьей помощи, крепость, радость, здравие, духовное и физического желаю. И дай Бог, чтобы наступивший Новый год, новая страничка, чистая страничка в нашей жизни, она была заполнена без пятен, где бы мы по прошествии некоторого времени могли прочитать только радость и сказать: «Господи, слава Тебе».